Сегодня 29.09.2024 года, примерно в 19.47 в городе Краснодаре на автодороге Кимрю Краснодар Кропоткин водитель, управляя грузовым автомобилем МАН 65 года рождения, двигался со стороны станицы Васюринской в сторону города Краснодара. При управлении допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено ПДД, и допустил столкновение с автобусом под управлением водителя 75 года рождения, который двигался со стороны города Краснодара в сторону Васюринской. Водитель грузового автомобиля МАН скончался на месте. Пассажиры, находившиеся в автобусе, доставлены в медицинские учреждения. Количество пострадавших уточняется. На месте совершения ДТП работает следственно-оперативная группа.